Я вас всех приветствую. Сегодня поиграем в игру The Light Keep Us Safe. Сейчас, момент. Сейчас я вот так вот сделаю, на секундочку забыл поменять. Во. Так, вот, да, начнем сегодня играть в эту игру. Должен был сегодня быть Dark Souls, но я что-то увидел эту игру, мне ее прислали на почту, она еще не вышла, на 11 числа вроде как выходит в альфа доступ. И она мне очень сильно понравилась, это знаете, ну тут есть аномалии, тут есть все. Вот, и мы будем заниматься тем, что мы будем сталкать в каком-то постапокалиптическом мире, в котором машины, искусственный интеллект захватил все на свете. Вот, люди живут в бункерах, и иногда им нужно делать вылазки, чтобы пополнить провизию. Вот, мне на самом деле лор не особо нравится, потому что, типа, что мешает машинам зайти в бункер и всем навалять? Вот, и что мешает машинам просто взять и весь лут, который есть на поверхности, убрать? И люди просто помрут. Вот, ладно, не знаю, посмотрим. Может быть, потом как-то это будет объясняться, может, это вообще нереально, а у нас просто какие-то глюны, глюки и так далее. Вот, здорово всем, ребят, здорово. Ладно, поехали. Игра в альфа-версии, русского языка пока еще нет. Но посмотрим. Мне понравилось, как, ну, то есть, основная задача в этой игре, мне понравилось толкать. Это для меня. Столкать это для меня. Все, поехали. Так. Это бункер, ты прячешься здесь от машин. Но... дело движется к концу. Нажми F, чтобы взаимодействовать с айтемами. И R, чтобы взять. Хорошо. У нас есть бутылки, великолепно. Против искусственного интеллекта, который просто убил все человечество, мы будем сражаться бутылками. Это неплохо, я считаю. Это неплохо. Ща наваляем ему. Йо, машины, вы где? Я готов. You are lucky. In a way. You got to hide down there for so long. But now you have to deal with it all alone. I'm sorry, but you do. Мне нравятся эффекты на этом, на микрофоне, ну точнее на передаче, какие прикольные. Так, ну я походу не туда пошел, потому что может было пойти не туда. Ладно, пойдем сюда. Это явно выход, и она явно сказала, что типа ты остался один, так что иди к выходу. И за что-то она извинялась, не понял за что, правда. Привет, О2. Да. Главное проявить смекалку, унижая властвую. С бутылкой это мне и получится. Обязательно получится. Вот видите, какое-то поле. Оно, наверное, не дает машинам сюда зайти. Но, с другой стороны, а что мешает машинам пробуриться внутрь? Ты бухал в подвале. Да, кстати, возможно, так и есть. Возможно, вон у меня, по-моему, сверху справа написано, сколько у меня бутылок. Возможно, просто я перебухал, 5 бутылок высосал. Вот, и это мой трип. Это мой белочка трип. У меня еще еда какая-то есть. Походу еще и закусывали. Не закусывали, точнее. Подобрать уже не могу. Ладненько. А че я весь какой-то в бинтах или что это? О, тут ноги есть. Нихера себе, у меня еще и канистра есть. Так может вы из канистры прям бухали? Что ты выжил дольше всех, но теперь тебе придется со всеми разбираться. Со всеми ими одним. Мне очень жаль, что так получилось. А, понял. Спасибо, Даузден, спасибо. Ага. Короче, следующая комната опасная. Будет больше, будет более опасная, когда мы доделаем стелс в игре. Отлично. Держите в курсе, ребят. Держите меня в курсе. Здорово, Кронц. Вот тут, смотрите, трупы вон. В мешках. О нет, это так опасно. Господи, это было... Видели? На волосок от смерти просто. Вот это да.
Так, ладненько. Тихо, это было близко. Господи, как же я хорош, чтобы пройти это великолепное опасное место. Я думаю, это игра для меня. Видите, изи. Не чтил. Опачки. Девайс какой-то. Я его видел на скриншотах. Модульный фонарик. Тебе понадобится он. Заряди этот девайс справа. Ну, давай. Тихо. Модульный фонарь. А как? А, вот так. То есть мы с этими существами будем сражаться фонарем. С учетом того, что игра так называется, значит, мы будем с ними сражаться с фонариком. Ну, светит. И светит, и на том спасибо. Некоторые бункеры закрыты. И нужен разный цвет света. Возвращайся обратно, когда у тебя будет достаточное количество компонентов. 60 компонентов. У меня пока 0. Ага, то есть я понял. Значит, мы собираем компоненты, возвращаемся сюда, открываем бункер и проходим следующую локацию. Да, похоже, тут будет геймплей вот так вот завязан. Ну, хорошо. Хорошо. Так, хорошо. То есть говорят, что есть несколько выходов. Твоя задача найти детали и вернуться сюда. Разные типы света. Я сказал типы, я имел в виду этот цвет. А, или ну, type of light, я так понимаю, это именно... разный цвет. Что это за говно? Ну, такой вот обычный девайсик. Окей. Гарри Поттер где-то рядом. А, слушай, тут же, по-моему, по центру что-то было. Надо глянуть. Здорово, Чузар. Да, Dark Souls сегодня не будет. Я вот что-то не захотел сегодня играть. Dark Souls, не было настроения. Так. Тебе нужно, короче, привести этот девайс в рабочее состояние. Возвращайся сюда, когда найдешь нужный источник энергии. Ходишь. С вами уже 35 месяцев. Спасибо тебе огромное. А что ты Хуан так подтупливал? Блин, непорядок, надо будет проверить, что с Хуаном. Спасибо огромное, Кодич, спасибо. Так, хорошо, значит, эту штуку я смогу заставить работать, принеся сюда какой-то фьюил. Какое-то горючее. Похоже на портал какой-то, да? Какой-то. Что я заладил? Там вон какие-то машины. Мне интересно посмотреть, что здесь. Здорово, Кодич, здорово, спасибо тебе огромное. Так, ладно, хорошо. Давайте все-таки от машин подальше. Вот тоже какой-то девайс, наверное, подзарядник. Что происходит? А, это эта штука так... Блин, ну ты меня испугала. Так, походу мне вон туда нужно идти, там где эти машины. Она мне сказала, типа, направь луч света на эти машины. Давайте попробуем. Ага, работает. А, что-то изи как-то, да? А, тупые роботы. Как же просто вас с вами справиться. Как же я хорош. А, ты думаешь, я тебя не вижу? Понял? Понял. Вот и прилетело. Господи, как же иногда в этой игре громко звуки. Не хочется просто делать общую... громкость тише, потому что вы тогда вообще ничего не услышите, и это не будет эффектно. Но я сам в некоторых, при некоторых звуках чуть не оглох, блин.
Так, значит, мы куда-то выбрались. Блин, красивая игра выглядит. Так, отвлекать мобов, бросая бутылки. Так, хилиться F2, F1, можно жрать все, что ты найдешь. F, сканирование ресурсов. И мне нужно 60 запчастей. У тебя после премии повылазили донатеры. А, да, вижу. Ну ладно, пускай уже будет. Это у нас еще с этого. Ух ты, ё-моё. Так, ничего не осталось. Так, просканировали, нашли ресурсы. Великолепно. Планету захватили роботы, а трэшкен до сих пор прежний. Блин, красиво выглядит. Не знаю, я на стриме специально картинку посветлее сделал. Может быть, это не так сущно выглядит, как я это вижу, но... Это выглядит красиво. А что означает вот знак восклицания? А, это типа, наверное, дальность отображается таким вот образом. Так, что это за место? Ну, я смотрю, тут батарейка не так уж быстро садится, поэтому можно, в принципе, смело пользоваться фонариком. Что, я так понимаю, мне нужно просто вернуться будет. Да, это от разработчиков Sir You're Been Hunting. Ну, правда, я не играл в эту игру. Вот. Блин, там какой-то робот. А тут лут, так что я ничего не знаю. Блин, а тут инвентаря нет? То есть я лутаю все подряд? Блин, ну это неинтересно. Я думал, мне там нужно будет выбирать, что лутать. Это было бы намного интереснее. Так, ладно. То есть я буду лутать мусорники. Отличная, в принципе, история. Я такой бомж. Вон еще какое-то есть здание. Не знаю, можно ли туда вовнутрь зайти. Сейчас попробуем. Справа сверху инвентарь. Да это не инвентарь, это говно. Инвентарь, я имею в виду там, ну, то есть, мне фактически нужны только компоненты сейчас. Все, больше ничего мне не нужно. Так, аптечки, да? F1 еда, F1 еда, F2 аптечка. Тихо-тихо, ты меня же не видишь. А может, я могу так сделать? Что надо поближе подойти. Тихо. Он ей насрать. Ну тебя. Я тебя понял. То есть, когда я крадусь, оно меня не видит. Это хорошо. Блин, а что, чтобы лутать, нужно встать обязательно? Быстрее! Больше не взять бутылок. Великолепно. Ладно, пойдем назад. Блин, ну выглядит прикольно. Тихо. Тихо. Я так понял, что это не на всех свет работает. Блин, опять бутылки. Как их там швырять? Ядри, ты швырнул бутылку. Да-да-да, я вон там. А я пошел. Здорово, Соник. Так, интересно, можно ли как-то вовнутрь попасть? Вообще, я считал, что здесь процедурно генерируемый мир. Если это так, то это круто. Тут замок висит. Ну а если мне нужно будет только всякие вот урны лутать на улице, то это не круто. Так, бочка какая-то. Привет, Смолярд. Ребят, всем привет. Какой-то фьювел я взял. И где этот фьювел отображается у меня на инвентаре? Ладно, разберемся потом. Так,
Какую-то шоколадку нашел и бандаж. Хорошо. Блин, ну знаете, я на самом деле еще ни одного компонента не нашел. То есть это охренеть. Давай лутай, пока я отвлекаю. Все, я пошел. Фильм «Война миров», да, что-то есть похожее. Какая-то вода... Тихо. Тут какая-то вода. Вода зеленого оттенка, поэтому лучше сюда не ходить, наверное. На самом деле есть одна проблема. Я уже забыл, откуда я пришел. По-моему, я оттуда пришел. Окей. Да, атмосферненько, согласен. Я пока оставлю цель игры, не понимаю, в смысле, лут. Тут лут довольно скудный. Подсказки, что про то, что машину надо не на запчасти разбирать, чтобы запчасти фармить. Ёб твою мать! Ёб твою мать! Едрить! Привет, АОФ. Машины на запчасти разбирать. Как же мне это сделать? Ну, эта машина подключена к какой-то хрени. Кодзима гений, да, похоже. Ну, давайте попробуем отключить вот эту вот хрень. Отвлечем машину. А, слушайте, или имеется в виду разбирать машину? Я сейчас фонариком по вот этим фиолетовым посвечу. Я такого в подсказке, если честно, не помню. Что меня троллить? Привет, Гранжи. А ну давайте глянем. Ну вот эту машину я не могу разобрать. Вон еще какая-то штука светящаяся есть. Блин, это было стрёмно на самом деле. Ну тут вообще ничего не сделаешь. Тихо. Я слышу, еще где-то она шевелится. Впечатление, что я сюда как-то могу достать. Ладно, неважно. Так, что там было? Фиолетовое, что-то видел. Опа, добрый вечер. Добрый вечер. Вон там он я. Иди туда. Да-да-да, вон там он я. Ну, давайте попробуем подойти все-таки к этой штукенце. Кто-то вверх светит. Я пошел, мне повезет. Так, ну вот я ее выключил. Робот. Интересно, он ремонтировать будет или что он будет делать? Тихо. Так, мне кажется, что вы меня троллируете по поводу того, что нужно разбирать эти машины. Ладно, я там видел какое-то фиолетовое свечение, давайте туда пойдем. Но прикольно то, что я их могу разбирать. Тихо. Тихо. Окей. Опа. Какой-то дом охраняется. Тихо. О, это было больно. Еще что ли? Завязывай. Ох ты ж, ежики. Так, я так понял, если я шифтить начинаю, то у меня быстрее этот тратится. Еда. Так. Вон там он я. Давай. Так, все, эту штукенцию вырубили. Теперь нам нужно как-то дверь вырубить.
Дверь вырубается сверху на крыше. Это вообще законно? Мне для начала нужно попасть в дом, чтобы вырубить дверь на крыше. Тихо. А, вот лестница есть. Все отставить. Так. Ух ты, нихера, смотрите, там что-то с луной случилось. Так, и что тут? Тихо. Очень опасный девайс. Еще один очень опасный девайс. Как же я хорош. Медицина. Еще медицина. Да куда ты, стул полетел? Не могу полутать. Так, ну еще медицина. И самое главное, что это такое? Вот они, компоненты. Значит, такие штуки нужно разбирать. Нужно не роботов разбирать, а вот такие вот штукенцы. Понятно, понятно. Правда, у меня есть только один вопрос. Зачем такие компоненты... Тихо. Тихо. Зачем такие компоненты, зачем такие штуки хранить в каких-то деревянных домах? И как это роботы нас истребили, я понятия не имею. Тихо, тихо, тихо. Да где оно? Это что такое? Что за моутс? Привет, вездесущий. Ёпта мать, оно сюда движется. Я слышал, что в этой игре еще аномалии присутствуют. Надо сюда ей. Да твою мать, иди отсюда! Я на самом деле уже по полной потерялся. Понятно, никуда мне потом идти будет. Ну ничего, найдем. Так, все свалило вроде бы. Блин, че я тут не могу пройти? Ведро, блин. Так, бутылки, бандажи, хорошо. Еще 4 бутылочки есть, отлично. Прятали эти детекторы в таких местах, хрен найдешь. Привет, кактус. Где другой дорогой сталкер, да? Ладно, наша задача тогда искать такие вот домики. Сейчас тут по лесу чуть погуляю, потому что мне страшно, там эта хрень за мной бежала. Летела. Ну вы поняли. Что сделать тут надо? На данный момент мне нужно 60 компонентов найти. Чтобы открыть дверь в бункер. Тут процедурно генерируемый мир. Ну тут вроде есть какая-то дорога, то есть мне по-любому нужно держаться рядом с дорогой, если я хочу попасть обратно. Мне-то сейчас, конечно, обратно не надо. Так, походу, мне здесь все-таки нужно пройти. Так, это что? Какая-то заправка. Опа, там что-то зеленое светится. Вот это, походу, те самые аномалии. Вон, видите? Ладно, это потом. Тихо.
Давайте смотреть, что это за место. Болты такие. Тут вместо болтов бутылки. Что за штука у тебя в руках? Это фонарик. Это высокотехнологический модульный фонарик. Так, Хелс больше не лезет. Не б еды. Какие-то еще таблетки в этой игре присутствуют, помимо обычной медицины. Окей. Притае. Вообще, ребят, всем привет, кто недавно присоединился. Че я тут застрял? Вот что я тут. Что меня тут не пускает? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. А это, собственно, электростанция, от которой питаются все эти роботы. Козырек заправки глянь. Вот эти штуки летают. Блин, там же робот. Давайте попробуем его туда отпугнуть. Не знаю, полетит, не полетит. Опа, тут, кстати, ящик еще какой-то пропустил. Почему он неинтересный? Почему он мне подсвечен не был? Ну, обмен бутылки на бутылку, окей. Не вижу тут ничего зеленого. Это что? Мне показалось. Ладно, пойдем к этой зеленой светящейся штуке. Вот это мне реально интересно. А, вон еще что-то. Мне нужно будет еще туда пройтись. Пока, конечно, выглядит прикольно. Выглядит прикольно, но, правда, смысл по этим прикольностям бегать мне пока не особо нравится. Что, типа, детали залутать? Ну, такое. Так, а тут какая-то стена. Все так просто. И КПП. Правда, на КПП нет ни одного робота. Изи. Биг факинг флешлайт. Да давай перепрыгни, ладно. Так, нам нужен металлолом, точнее, нам нужны бутылки. Плюс еда, отлично. Ну, кстати, еда в этой игре что-то вообще пипец быстро заканчивается. То есть не лутать помойки ты не получится у тебя. Обязательно их должен лутать. В домах одни бандажи. Так, какой-то странный звук. Да что с этой лестницей? Да что? Машина появилась на заправке, которая тебя не пропускала? Реально? Лол. Забавно. Так, там что-то, короче, искрит. Мне надо туда. Игра года? Да нет. Пока точно не года. Здорово, Докич. Так, во-первых, я вижу еще этот цвет, который мне нужно лутать зачем-то. А, возможно, это как раз-таки и есть этот фьюл для портала. Вот, только мне его надо, наверное, 15 штук собрать. Симулятор бомжа. Да, симулятор бомжа в в экстремальных условиях. Привет, тушка. Блин, проблема в том, что тут пусто. Ну как так-то? Симулятор бомжа 2077. Так, это что такое? А, это просто так светит. Так, похоже, я нашел место, куда мне надо.
Пошла-ка ты нахер. Нашел место, куда мне надо, чуть не гуфтался, блин. На месте, куда мне надо. Так, и тут знак восклица. А ну-ка, давай, иди в карманы ко мне. О, хорошо. Чё за звук? Первый раз вижу знак восклицания. От сироп. Хорошо. В чем смысл игры? Нужно найти 60 компонентов, чтобы открыть дверь в бункере. Блин, эта штука ни черта не дает, я думал, она что-то полезное будет давать. Вообще-то, мистер Сасучкус, это не зеленые. Это еще не лут. Блин, мне же только что показывали, что здесь могу полута... А, понял. Фоми нашел эту игру, у меня такой вопрос. А мне прислали на почту ключ. Вот, она еще не вышла, если что. Так, тут что-то у нас синеньким светится. Но мне понравилась тема с аномалиями. Я люблю все такое. Ну, тема с аномалиями и тема со столканием. Блин, ну мне туда страшно заходить. Наверное, не надо. Тихо. Ладно, не будем сюда заходить. Фоми, врастаем, что это ключики играть в игры. Че, вы начали? Игра пока выглядит прикольно. Правда, мне, я говорил, что фонарик тут хрен закончится, но я что-то смотрю, у меня уже фонарик заканчивается. Так что придется в темноте посидеть. Так, что это за хрень? Здрасте. И как ее обойти? Мне явно нужно сюда внутрь. Пройти. Похоже, мне нужно через стену перепрыгивать. Тут обычно какие-то фонари, они на меня свет наводили, серьезно? Они так умеют делать. Ага, вот дверь. Мне нужна еда, поэтому я все равно продолжаю лутать. Угу, хорошо. Так, давайте смотреть. Ага, и вон эту штуку, которую нужно взломать. Окей. Тихо, ты меня не видела? По-моему, роботы чем-то заразились от человечества и тоже резко потупели. Возможно, возможно. Ага, и вот еще один такой. Ну, давайте, наверное, сначала с этим справимся. Он не на территории, с ним будет проще. Сначала, конечно, полутаем. Так, еще еда, это хорошо. Давайте смотреть, как башенку взломать. Блин, башенка только в эту сторону светит. Хотя нет. Блин, там робот, а ты издеваешься надо мной. Только я туда собрался идти. Блин, робот, лети, лети отсюда. Он как будто чувствует меня. Они стримы смотрят, и поэтому только 5% мощности на базовые обязанности. Я робот, мать его. Не понял тебя, Дуздем.
Незер напомнили. Я, кстати, в Незер так и не поиграл. Он на релизе... Серваки не работали, а после релиза я что-то за него даже не взялся. Ну, я помню, это еще, знаете, это период DayZ, когда только вышел. Еще не было вот этих вот 100-500... Да ёб твою мать! Еще не было 100-500 клонов. Он меня видит! Как же хорошо, что я быстрее робота двигаюсь. А может быть и не быстрее. Я тоже смотрю твои стримы и нифига не делаю. А, ну да. Понял тебя. Давай, ё мать, это было близко. Блин, чуваки, вон я вот там. Да ты... Не издевается надо мной. Да где я тут застряю, блин? Так, все, давай, сели. Лети отсюда, ну, тварь, блин. Ну, пиксель же я вижу. Изи. Изи пиксель. Так, слышу за стеной. Эти машины, которых светом можно убивать. Ну, выключать, точнее. Так, ну что, я пошел? Тихо. Да ну вот где я застрял? Тихо, ты меня не видишь. Я опять застрял. Так, все, я не застрял больше. Так, значит, чтобы открыть дверь вот эту штуку, чтобы выключить машину вот эту штуку. Окей, я пошел. Все, поехали. Там робот. Привет, Кьюмака. Не так уже легко. Я думал, будет полегче. Ёб твою мать, тут аккуратненько упакованный труп. Где ты, мешок с костями? Меня здесь нет. Уйдите. Меня здесь нет. Просто отцепитесь. Бип-бип, бу-буп, фомби-труп. Надо говорить бип-бип, мазафака. Нормально, живем. Блин, тут я не знаю, тут, если ты буквально об уголок чего-то заделся, то все, ты не пройдешь. Нет каких-то смягченных углов, или как это правильно назвать. Ну что-то я жрать захотел от нервов, наверное. Еще какие-то пилюльки полутали. Так, 21 компонент. Кстати, написано, что сейв сделан. Значит, сейвы в этой игре присутствуют. Я думал, здесь типа умер, все, ГГ по ГГ, до свидули. Встретимся в следующий раз. Так, выползаем. Почему роботы своих товарищей не могут включать, тоже для меня пока загадка. Луна крутая. Да, луна. А тут что, смена дня и ночи есть? Может, видите, где она? А раньше она вроде была не там. Так, а слушайте, а эту вышку так просто выключить не получится. Нужно вовнутрь попасть. Для начала. Так, если что, я вон там. Да, когда ты сидишь, тебя не видят, отлично. Я вон там. Роботы не видят сидящих людей. У них только определение людей, если они стоят. Ну, старые модели, тупые.
Блин, не видно ни херашеньки. Роботов какой-то Васян конструировал. Похоже на ту. Так, еда, да? Хорошо. Так, а что тут? Тихо. Пойдем дальше. Блин, там я видел еще одно место, где можно было плутаться, но это, наверное, потом уже. Фонарик заканчивается, это мне печаль. Я так понимаю, если фонарик закончится, то это ГГ, инстант. Так, 60 деталек полутано. Можно, в принципе, развращаться. To upgrade your torch. Да вы называете его супер-пупер модульный фонарик, теперь это торч. Так, ладно, я полез. Зарядить фонарь нет возможности. Есть, но только в бункере. Бункер мне сейчас не надо, как ты... Как я думаю, ты понял. Привет, Реда Галекс. Здорово. Так, я же еще где-то видел сверху. Вот она, да? Нужно туда спрыгнуть. А теперь самая сложная игры, часть игры, где база. Это да, это да. Слушайте, нифига тут частей. Я явно правильное место выбрал. Куда пойти? Не торчи детали компонентов. Тут их просто жопой жуй. Ладно, йоло. Так, 99 уже. Хорошо. Так, и вот еще помойные эти. С лутом. Ну, кстати, действительно, сейчас будет довольно тяжело, потому что я вообще не помню, куда мне идти. А, я же еще хотел зелень полутать. Ну, точнее, не полутать, посмотреть, что это такое. Давайте вернемся чуть-чуть. Здорово, Фантомас, да нормально. Видел у тебя в желаемых эта игра. Вот, можешь как раз посмотреть, что к чему. Вон туда, да-да-да. Именно так. По-моему, тут есть еще детали. Но нет, это просто ящик. Нет, это не те виспы мне в лицо прилетали. В меня какая-то другая хрень летела. Насколько я понял. Там антенна была, я ее выключил, они перестали лететь. Так, давайте еще раз. Блин, а я не достану, получается, да? Как первое впечатление об игре? Ну, мне пока не нравится то, что здесь какой-то обособленный лут. Здесь нет инвентаря, который открываешь, сортируешь, все это красивенько делаешь. Здесь просто лутаешь какие-то компоненты, чтобы лутать компоненты. Но по итогу эта штука ни черта не делает. Просто красивая аномалия. Ну, зато с этой стороны мы можем осмотреться, куда мне идти. Вон там, я так понимаю, вот этот вот светящийся шарик, да? Пойдем туда, заберем его. С этой стороны горы, значит, мне, по всей видимости, вон туда нужно идти. Значит, мы забираем шарик и поворачиваем направо, окей. Она сейчас спрыгнет, не умерев. Игра выглядит красиво, да. Это там что такое, цистерна, да? Ладно, придется отсюда идти.
Да и... Тут еще Фантомас ноги присутствуют. Причем на ногах там видно какой-то лут еще. Какие-то канистры. Я заблудился. Тут дырка есть, великолепно. Так, вон этот свет. Нужно его лутануть. Может, это, правда, не тот свет, о котором я подумал. Нет, это тот свет, о котором я подумал. То есть, это какая-то тема с умершими людьми, да? Потому что на прошлой локации там явно было место, где чувак помер. В какой-то контейнер, в какой-то вагон. Нельзя лутать вагончики. Да тут много чего пока нельзя лутать. Но это альфа, ребят, это альфа. Ну, альфа это прям совсем ранняя версия игры, если что. Ну, я должен сказать то, что мы видели альфы намного хуже, в которые вообще невозможно играть. Но, кстати, последние года эта тенденция как-то все меньше и меньше становится. То есть альфа-доступы становятся хоть как-то играбельные. Если взять еще года три назад, то это просто невозможно было играть в ранний доступ. Адаптация пикника на обочине. Ну, не совсем. Так, еще вижу. Одна душа. Буду их называть душой, потому что я не знаю, что такое мод. Видите, тут тоже человек обитал. И помер. Дропи впав. Снова камень в огород Ратуса? Да не. На самом деле, я еще тогда говорил, что я нубас. Вот, так оно и есть. Кто не видел скрины в Дискорде, я его еще раз, два раза прошел. Вот, причем два раза разными стратегиями. Вот, первый раз была комбинированная стратегия. Ну, в общем, и, ребят, мы завтра еще в Ратус поиграем. Я дам еще один шанс этой игре. Вот, потому что, ну, я на самом деле проанализировал свои действия. Мод пылинка частица. Ага, будем называть частинка. Частичка. Будем называть частичкой. Вот, в Ратус мы все-таки завтра поиграем, да. Вот, я проанализировал свои действия, врагов проанализировал. И должен сказать, что действительно я в некоторых моментах действовал весьма неправильно. Дело в том, что Иратус, я так понимаю, запилен для того, чтобы определенных врагов определенными героями проходить. Вот, но проблема в том, что ты не можешь узнать, против каких ты героев будешь сражаться. На карте нарисована иконка только одного противника. Вот, и это проблема. Вот, но я начал анализировать, на каких файтах какие враги попадаются. Ну, я имею в виду по счету файтах. Вот. Против... Какими мобами лучше сражаться и так далее. Короче, все это дело проанализировал и пришел к выводу, что я готов. Я готов поиграть еще раз. Так что я, ребят, думаю, завтра будет Ратус. Так, ну вроде бы я правильно иду. Я бы еще, может быть, души побегал, пособирал бы. Тимур читал гайд. Так нет уж по этой игре гайда. Сам, так сказать, для себя написал гайд, блин. Но все равно я не отказываюсь от своих слов, что игра на данный момент слишком рандомная. Так, душа. Посмотрел геймплей Fallout 76. Блин, у меня ссылка открыта. Я до сих пор не посмотрел. Но я буквально где-то минут 5 посмотрел, когда было время. Я увидел, что там все очень сильно лагает. Там, когда ты находишься рядом со своими друзьями, у тебя что-то прям FPS в нули падает. Но это, правда, Xbox. Что будет, когда батарейка закончится? Ну, по всей видимости, я не смогу фонариком пользоваться.
Вот, но если что, я как бы уже могу возвращаться домой. Я просто решил пробежаться, еще души пособирать. Частички эти. Конечно, он великолепный. Но там графику действительно подтянули. И мне нравится то, что это теперь не пустыня какая-то, которая, ну... Пустошь. О, привет, Спирит, здорово. Так, что-то я заговорился и не проследил, что я жрать хочу. Как заряжать? Заряжать в бункере. Бункер, который нам нужно идти. Я так понимаю, вот этот вот фонарь, это и есть наш бункер, да? Ну, давайте я еще осмотрюсь. Тихо, тихо. Блин, ну визуально, конечно, игра красиво выглядит. Ничего не скажешь. Не видно, правда, нихера. Ну, я так понимаю, что я всю локацию пробежал. Жду с нетерпением. У меня, короче, есть возможность свой Oculus обменять с доплатой на Xbox. Вот, а так как Fallout выходит на Xbox на неделю раньше, я думал так сделать, но потом я еще подумал, что мне нужно еще игру покупать. Ну, короче, это типа дополнительная растрата, которую я сейчас не могу себе позволить. Вот, поэтому я решил уже дождаться на ПК. Вот, и залететь потом с ПК. Привет, Dark Drummer. Да, я думаю, мы с Фантомасом залетим вместе. Почему нет? Посмотрим, правда. Ну, я, то есть, стак еще не собирался. Получено ПК, вроде 27 числа, но это, типа, ранний доступ. Да ёб твою мать, ну вот где я тут застрял? Господ-подписчиками играть? Не отрицаю, что такое возможно. Но там, я так понимаю, типа, полноценный коп на 4 должен быть, не больше. Ну, по крайней мере, я где-то об этом читал. Не знаю, как оно на самом деле. Нужно будет посмотреть. Не хочу, короче, обманывать, потому что реально не знаю. Так, ладно, все полутано. Возможно, что-то я пропустил. Возвращаем. Ну, просто фонарик не хватает, батареек. Я бы еще, возможно, остался, но реально нет батареек. 24 человека на сервере. А, ты имеешь в виду с подписчиками, но не в одной тиме? Ну, можно, кстати, можно, да. Но тут нужно еще понимать... А, блин, если бы мне не хватило фонаря, то как бы я здесь прошел. Эх, твою мать, все обезвредил, одного не обезвредил. Так, а это что такое? Понял. Игра это Fallout 4, которая стоит... разработки раз в 5 дешевле, нужно только... Новые локи, чутка движок, написать сетевой код... С нуля ничего не надо делать, сценарий считай нет, изи бабки. Ну так оно на самом деле и есть, да. Но почему бы и нет? Просто понимаешь, есть такая тема, когда игра в одной вселенной, ты смотришь первую часть, игра выглядит так, ты смотришь вторую часть, игра выглядит совершенно иначе. Совершенно другие текстуры, совершенно другие машины, совершенно все другое. И ты такой типа... Какого хрена? Я же играл в первую часть. Это действия разворачивались почти в одно и то же время. В одном и том же мире. Какого хрена все так сильно отличается? Вот, меня такие моменты всегда удивляли. Так, 5 душ я сюда отправил. Но неизвестно, сколько нужно еще. Это как Тес Онлайн. Да, вот реально. Тес Онлайн, заходишь, смотришь, игра совершенно отличается от... Всех тестов, в которые ты играл. Но это же одна вселенная, какого хрена? Какого хрена она может отличаться? Вот. Это на правах имха. Огонек загорелся. А, да, слушай, действительно. Загорелся огонек.
То есть, если я 5 сюда заслал, загорелся один огонек, и мне осталось еще 5, значит, 25 огоньков нужно. Хм. 5 огоньков. Я вроде бы всю локацию бежал. То есть, наверное, на каждой локации по 5 огоньков. Ладно, посмотрим. Пошли в другую локацию. Ну, я же так понимаю, я локацию сейчас сменю, правильно я понимаю? Ну, сейчас глянем. Просто та предыдущая локация слишком маленькая. Почему бы не объяснить, что он делает? Я вот, допустим, вообще не понимаю, что он делает. Ладно, проверим. Работа над мультиплеером Фолочи отдали челику, который Dying Light сделали. Maybe что-то подобное будет. Работа над мультиплеером Фолочи отдали челикам, которые Dying Light делали. Ну да, ну то есть... Сетевой код вроде бы какие-то другие чуваки писали. Так, и что мне написали, куда мне идти? Есть как-то посмотреть, куда мне идти-то по итогу? Я думаю, не сюда идти. Привет, Сорг. Блин, ребята, я пропустил, куда мне идти. А, слушайте, тут же был какой-то шар. Давайте проверим. Понял тебя. Это было легко. Хорошо, хорошо. Пойдем дальше. Компаса нет, нету. Все равно говно получится, ибо без теста. Да посмотрим, посмотрим. Ну, раз-то подобных хороших игр давно не выходило. Поэтому почему бы и нет. В любимой вселенной поиграть. Ну, в одной из любимых. Там только общего сюжета не будет. Там будут сюжеты на каждой локе отдельные. Типа как в Fallout 4 про корабль с роботами. Ну, общий сюжет, но это нормально, что его не будет. Так. Тут, короче, локация поменялась. И много воды. Если я сейчас увижу того чувака, который появился в прошлый раз над водой, то это будет означать, что мне основные враги будут именно они. Ладно, давайте осмотримся. Прикольно, прикольно. Мне пока нравится. Мне пока нравится. Тема с пушкой а-ля портал какой-то. Я вообще не люблю игры сравнивать. Да ё-моё. Не во весь голос кричат, что Fallout 76 в первую очередь для тех, кто любит исследовать новые и новые места. Блин, ну локация очень красиво выглядит на самом деле в Fallout 76. Чё злой такой? Так, ну я пока тут особо врагов не наблюдаю. Вот там вот душа. Пойдем туда. Ну, на самом деле эта штука не особо больно коцает, так что насрать. Что это такое? Вообще не понимаю, что это такое. Я понимаю, что это бункер, какая-то часть бункера, но что это за часть? Так, вот еще одна душа. Мне еще лут надо собирать, не забывать. Частичка же, да, частичка. Надо правильно называть. Так. Бункер.
И две какие-то промзоны, будем их называть. Как тебе трейлер последнего Дума? Трейлер, который на E3 показывали, или какой трейлер? Ну, я же говорил по этому поводу, мне последний Дум не особо зашел. Только из-за того, что, ну, очень сильно визуальная часть изменилась в худшую сторону, как по мне. Он стал какой-то... Ну, если ты играешь в обычный, то есть в первый Doom, 2016 Doom, будем называть его так. Вот, то там визуальная часть, она какая-то... Ну, по цветовой гамме все очень круто подогнано. То есть цветовая гамма там просто отличная. А вот в новом Doom такого нет. В новом Doom цветовая гамма вырви глаз просто. Господи, иди ты нахер, Кодзима! Простите, Кодзима гений, Кодзима гений. Слушайте, ну что-то изи 4 частички. Луна из душ, да нет, это походу просто луна. А может реально портал, который я пытаюсь активировать, но это похоже очень сильно на портал. Меня телепортнет вон туда. А, это какая-то цистерна огромная. Я сразу же не понял, что это такое. Надо время от времени осматриваться. Может быть, я замечу еще частичку. Вон там он есть. Это получается уже пятая. Поспешили, но у них еще есть время все исправить. Дата-то нет еще. Ну, посмотрим. Ну, это лично мое мнение, я не знаю. Может быть, для кого-то это не будет такая проблема, как для меня. Так, это явно какая-то подстава. Вот, ну, вот пока у меня такое впечатление о Думе. Тут есть время, за которое можно пробежать. Слушайте, а нам не написали, сколько мне деталей нужно собрать. Я что-то просто пошел и даже не посмотрел, сколько деталей нужно собрать. Иди сюда, кожаный мешок. Не-не, нормально. Все нормально. Я жив. Так, давайте вот эту высоту займем. Какую-никакую высоту. Блин, они, смотрите, они реально исчезают и появляются. Похоже, вот там вот внутри тоже что-то есть. Похоже, это Усейн Болт. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Мины. Пока ты на них светишь, они типа не исчезают или что? Или пока ты рядом с ними находишься, они не исчезают? Ну, в любом случае, это болото меня не интересует, тут ни черта нет. Как игру купить? Она будет завтра доступна, 11 числа. Лучше пробовал. Ой, спасибо. Так, давайте тут еще осмотрим. Ну, я, как правило, всегда хожу по углам, а потом к центру ухожу.
Спасибо, спасибо, ребят. Так, вон еще одна душа. Привет, Изумрудова. Спасибо, ребят. Так, частичка, не душа, не частичка, не душа, надо запомнить. Блин, ну это просто, знаете, это такая, ну реально отсылка на души. Вот опять-таки, здесь был человек, вот, собственно, частичка. Поиграл на Игромире в Биомутант, забавная игра и РБ веселые. РБ типа Рейд Босс? Или что такое РБ? надо будет заехать. В биомутантов, как они выйдут, обязательно. Но это опять-таки ранний доступ они, наверное, запилят. Задолбали эти ранние доступы. Так, погодите. Куда-то я уже не туда, наверное, ушел. Ага. Ну это же я, мне надо все проверять. Че? Пиздец, такой тень отбрасывает какую-то странную. Ё-моё, я жрать хочу. Так, срочно лутаться. Кстати, да, на этой локации лута что-то совсем мало. Я каждый раз F прожимаю, если что. Ну, правда, с другой стороны, я тут по бомжатским местам хожу. Так, ну 5 частиц мы уже собрали, это хорошо. Давайте смотреть, что здесь. Фига там. Опасно. Я допрыгну. Хорошо хрустнуло. Хорошенько. У меня же, блин, оружие из рук выпало. Не допрыгнул. Так, ну эти места обходим стороной. Хотя вот здесь придется чуть-чуть хпшечкой пожертвовать. Ладно, йоло. Опачки. Понял. Опять это, блин. Тарелка. Тихо, ты меня не видишь, ты меня не видишь. Ты быстрее давай, господи, какой же ты медленный. Фух, хорошо. Давай еды. Нет, это пилюли. Блин, а куда пилюли эти закидывать? Я так понимаю, это, наверное, какой-то хп-грейд, либо еще что-то типа подобное. Тихо. Привет, Хитклифф. Так, ну, вроде бы здесь все. Блин, надо эту штукенцию отключить. Я, конечно, могу попробовать сменить луч. Нифига не работает. Пока не понимаю, зачем это. Так, короче, пошла-ка ты нахер. Достало уже. Блин, лучом робота и беги. Надо попробовать, кстати, да. Я пока не особо понимаю, зачем этот луч нужен. Так, health supply. А если так? Чё, камера так низко? Так я же присядем. О, прикольно! Я его прям вообще... ГГ по ГГ ему нарисовал. Хорошо. Так, фонарик выключаем. Давайте подумаем. Значит, нужно как-то наверх. Тут у нас аналог этой шипучки, или как она называется в сталкере, постоянно забываю. Кисель, по-моему. Тут аналог киселя у нас из аномалий. Но наверх мне нужно как-то попасть. Тут слишком много лута. Вот лут, вот лут.
Давайте пробовать. Блин, ну и роботов тут дохеренили, он просто. Слышь, робот, я вон там. Холодец. Может быть, холодец. Ну, я реально... Вот конкретно вот эту вот аномалию я постоянно забываю, как называется. А ты серии Ареал знаком? Книги? Не, не знаком. Первый раз вообще слышу. Ой, тут нифига. А, это мины. Слушайте, а если я попробую в мину бутылку запердёлить? Понял, как это работает. Не работает. Ладно, давайте с этой зоны разберемся, потом туда пойдем. Газировка. На газировку похоже, да? Тихо. Бля, они походу на бутылку летят, да? Ну вы поняли. Роботы летят на бутылку. Здорово. Давай лети быстрее. Блин, вообще по боку. Так, все, чуваки. Извините, я вас покидаю. Блин, душные роботы. 3 часа летят. Квилл. Подчеркивание. Эл с нами уже 5 месяцев. Спасибо большое. Так, тут есть лестница. Спасибо огромное за 5. Спасибо. Ага. Ну, пока не ясно, что мне это даст. Холодец в книгах была по сталкеру, в нее попадаешь, и конечность... Конечность она уже не отдает. Забавно. Блин, я не помню, есть как... Я когда разбирался с кодом игры, там есть какие-то аномалии, которые отличаются от названий. Ну, то есть в коде игры они отличаются от названий в самой игре. Вот, у меня вся эта информация перемешалась. Не помню, правда, на самом деле, про какие... Аномалии. Там так написано. Блин, что дает фьюэл? Вроде бы я не пополнил себе. В общем, фьюэл пока не ясно. У нас есть... Тихо. А, это ловушка. У нас даже канистра есть. Сейчас, видать... Ну, сейчас ее не видно будет. Надо будет наверх забраться. Может быть, там будет видно. Так, а это лестница, что ли? Показалось. А, Викисин, все, понял, понял. А то я думаю, блин, странно. Спасибо большое, спасибо, Вики. Ну, уже Квилл. А, кстати, посмотри, пьеса у тебя сохранилась или нет? Ну, по идее, должно сохраняться. Стоять. Почему я этот лучше раньше не видел? Что? Куда он появился? Или я просто невнимательный? Какой-то крест. Все нормально, отлично. Отлично. Так, это тоже, походу, какая-то аномалия, да? Тут не совсем понятно, откуда эти аномалии появились. То есть, они вообще никак не раскрываются. Что это такое? Вот откуда оно взялось? Типа, знаете, мы добавили в эту игру аномалии просто потому, что это круто. Просто потому, что можем. Потому что у нас есть своя игра. Так, все, 100 компонентов мне нужно было собрать.
Кстати, когда ты собираешь 100 компонентов, у тебя не влазит 150 вот этого значения. Так, ну и зачем я сюда слез? Блин, я же где-то видел еще, можно было лутануться. Прям на самой цистерне я наблюдал. Так, кстати, раз у нас тут отличнейший вид, давайте понаблюдаем, может быть, где-то частички тут есть. Местный филиал ЧАЭС. Ну да, сюжет должны завести, наверняка. Ну просто сейчас очень много вопросов по поводу этих аномалий. Так, можно вот сюда забежать. О, вон там вот частичка лежит. Надо, наверное, сразу за ней сходить, потому что я забуду, где она лежит. Так. Окей. Ага, и вот еще можно полутаться. Я же помню, что где-то здесь можно было полутаться. Ну, в принципе... Если я вон там еще полутаюсь, потом вон там полутаюсь, она мне просто не влезет. И вон там еще частичка лежит. Она мне уже просто все не влезет. Может, есть смысл вернуться, а потом обратно сюда прийти? Так, еще раз. Частичка у нас была вон там. Привет, сковородкер. Здорово. Что я за игра, если вкратце? Ну, игра про лут, про сталкание. Идем к частичке. Блин, с едой беда, надо еды еще найти. Атмосферно, да. Ну, она красивая, мне пока очень нравится. Ну, вы же знаете, я вообще графоний люблю. Блин, а тут что-то какая-то жесть. Так не пройти. Опа. Нифига, я эту штуку даже не заметил. А с учетом того, насколько она огромная, какого хрена я ее не заметил? Надеюсь, там много еды сверху, потому что что-то с едой уже прям напряг. Чтобы в этой игре от голода помереть. Но он какой-то типа супер... Супер голодный чувак. Постоянно жрать ему подавай. Ага, какая-то подстава. Блин. Я думал, тут частичка. Firewatch, отсылочка. Чуваки из Firewatch, те еще толерасты. Не особо мне они этим нравятся. Просто понимаете, у вас типа есть компания, вы там стрельнули. Какого хрена вы позволяете себе гнать на другие игры, на других людей и так далее. Так, что-то я не наблюдаю эту частичку. А, вон она. Это типа не прорисовывается, да? Короче, нужно, походу, в бункер будет убежать и потом сюда обратно вернуться. Частичку опять охраняют эти мины. Вот, поэтому к Firewatch я так себе отношусь. Прикольно. Вот это сейчас прикольно было. Так, ладно, хорошо. Наверняка какой-то глобальный квест. Не помню, как они называются правильно. Да куда ты лезешь? Вниз лезь.
направлении, конечно, в некоторых местах просто удаляй. Так, еще раз, мне он туда, да? Ну, либо это очередная отсылка, либо это какой-то глобальный квест, как это было с порталом в свое время. Блин, с едой прям беда-бед. Еще душа, отлично. Частичка, прошу прощения. Так, еда есть, хорошо. Firewatch вроде бы никакие не передавали. Слушайте, ну я переполнен. Надо, короче, идти обратно в бункер. Идем в бункер, потом сюда пойдем. Сверху, слева, в верхнем углу там ХП и то, насколько сильно я жрать хочу. Ладно, возвращаемся. Начинаю есть роботов. Да. Так, ну, мне, по-моему, кто-то со сцерни, да. Ладно, не будем по кругу идти. Вот тут, кстати, может быть, лут есть какой-то. О, еще частичка. Блин, тут реально с едой беда. На этой локации конкретно. Так, вот тут что-то подсвечивается. Ой, дайте мне много еды, я вас прошу. Фига, сколько всего тут нет. Тут, походу, я обманул. Тут нет проблем с едой. Просто я не в тех местах бывал. Да ты издеваешься. Ладно, не будем лутать, потому что просто больше не влезет. Идем домой, потом сюда возвращаемся. Что это за звук? Так, есть еще одна запасная еда, отлично. Ну там еще внутри счет светится. Да, тут деталек намного больше, чем на предыдущей локации. Блин. Там еще частичка. Не могу позволить себе не забрать ее. Разработчики кто? Которые создали игру Sir Urban Hunting. В которую я, кстати, не играл. Отлично, все, еда есть, можно теперь не волноваться по поводу еды. Частичку я все-таки заберу. Потому что это я потом могу о ней забыть. Охренеть, там сверху частичка, как ее тут забрать? А, это бункер. Понял. Какой ты сразу же послушный стал. Вали отсюда. Фомби, а стазис чем отличается от того, во что ты играл? Какой стазис? Какой сюжет у игры? Фомби выживание в постапокалипсисе? Да, типа того. Мы должны какие-то детали пролутать. Вообще, наша основная цель — это найти ресурсы. Вот, нам просто нужно выживать среди этих роботов и находить ресурсы. Но пока это легко. Вот, может быть, дальше будет сложнее. Так, девяточку слил, ага. Сейчас подзарядим пушку и какой-то новый грейд для нее сделаем. Шелтерс или как-то так. Про бункер и детей-убийц. А, стазис, ты имеешь в виду название этого? Я не знаю, я же еще не играл. Я как раз таки и хотел посмотреть. Там просто оказалось, что
сценарий еще выходит для Shelter-то. Has been upgraded with a reviler beam. Provide another pass out the bunker if you can find it. Ага, тут, то есть еще нужно найти его. Так, и что нам нужно еще? 125 компонентов. Ядрить. Интересно, что это дает? Давайте подзарядимся. Привет, акушников. Видать, if you can find it, этим... Я себе из трейлера заспойлерил. Короче, есть луч, который показывает то, чего ты не видишь. Скорее всего, эти мины я смогу увидеть этим лучом. Мины, которые были на предыдущей локации, я смогу увидеть этим лучом. То же самое, наверное, таки и с проходом дальше. Блин, это прикольно. Давайте посмотрим. Это должно быть очень прикольно, потому что я... Когда увидел это в трейлере, мне это очень понравилось. Очень зашло. Проявлятель. Вот, да. Да. Как раз таки. Опачки. А я это не видел раньше. Еще какая-то дверь. Просто заперта. Ну, такой длинный путь я проделал, чтобы в запертую дверь выйти. Возможно, это шуткат, который потом откроется. Возможно. А, ты имеешь в виду шарик подзарядить? Попробуем. Я думал, это шарик типа дальше вход открывает. Давай проверим. Сомневаюсь, что он это откроет. Я думал, шарик это с другой стороны вход открывает. Значит, я ствол подзарядил, он уже разрядился. Надо будет еще раз, наверное, сходить подзарядить. Тут недалеко. Возможно, на этой локации нужно побегать и посмотреть. Может быть, я что-то найду. Но я хочу вернуться, потому что там было много лута, я его пропустил. Нужно обязательно вернуться. Так, ладно. В прошлый раз я налево ходил. Давайте вот раз и направо схожу. Там все смотрю. А, ну и конечно же проявителем нужно теперь почаще юзать. Интересно эти мины проверить. Вы их проявлять или нет? Опачки. Добрый вечер. Ну, там еще одна есть. Блин, если бы я сюда пробежался, я бы мог сразу же две точки зарядить на портале. Какая-то холмистая поверхность. Тут ничего нет. Что это за штука, интересно, летает? Так, а ну-ка проявитель. Ничего не проявишь. Надо быстрее валить отсюда. Хочу посмотреть, как проявитель работает.
Так. Ничего не проявляет. Хорошо. Блин, этой игре еще нужны всякие грейды для пушек, и будет супер. Ну, в смысле, грейды, я имею в виду, там, типа, на батарейку, на скорость бега. Так далее. И будет вообще улет. Но просто сейчас единственное, что тебя мотивирует двигаться вперед, ну, лутаться, это неизведанная хрень, которую ты можешь активировать. А так бы еще была изведанная хрень. Вот. Давайте этого чуть-чуть. Ну, в смысле, я не достаю, что ли? Твою мать. Да ты издеваешься. Какой-то просто непроходимый забор. Так, тут вышка. Дорог, космонавт. Ну что, все-таки на завод тогда пойду. Просто кажется, я где-то еще что-то пропустил интересное. Ух ты, нихера! Это что такое? Такого робота я еще не видел. Вот этот, мне кажется, может навалять. А, слушайте, я же где-то что-то не полутал, да? Потому что у меня было много запчастей. На вышке, да, я вроде бы не долутал? Или где? Нет, на вышке я долутал. Я в доме где-то не долутал, да? Блин, я уже позабывал. Плохой сталкер, который забывает, где он лутал, где не лутал. Привет, Шатун. Тут всегда ночь, ага. По лору вкратце, ну, короче, роботы захватили человечество, человеков, вот, и человеки выживали в бункерах. Теперь я последний представитель вида из бункера. Вышел на какой-то хрен лутать ресурсы. Тут как раз таки не залутал, да-да-да, я уже вспомнил. Самый главный вопрос, это единственное место, где я не залутал, или было еще? По-моему, не, по-моему, единственное. Кстати, как тебе новый DLC для XCOM? Ой, я не особо не смотрел. Ничего не скажу, потому что не знаю. Надо еще время от времени проявителем бахать. Надо будет глянуть. XCOM'а давно не было. Так. По итогу ни хрена тут нет. Тут какая-то двойная защита, вообще сложно попасть. Мало того, что вышка сверху, так еще и вот эта вот хрень. Там, по идее, лут должен быть ценный. Вот, а по поводу XCOM'а надо будет сегодня посмотреть. Потому что если там... Там вроде бы добавили... Вот это было больно. Еще и робот! Да, XCOM давай!
вроде бы какие-то сценарии добавили в XCOM, да? Вот, надо бы проверить. Может быть, пососами их запердёлить. Это было бы прикольно. В смысле, я недостаточно, что ли? Не Лол. Лети отсюда. А раньше работало, сейчас не работает. Да куда? Ну алло. Ну алло, что за говно? Что-то дизель пополняю, непонятно зачем. Ну как минимум расскажут, что произошло между первой и второй частью. Надо будет глянуть. Я как раз сегодня утром этот посмотрел, скачал. Блин, а что же я эту штуку не могу? Раньше она ломалась от моего луча. Тихо. Так, еще детали. Хорошо, нам нужно 125 собрать в этот раз. Уже на самом деле батареечки заканчиваются. Здорово. Здорово. Блин, он все равно в себя приходит. Какого хрена? Типа с концами вырубаю. Так, а тут не пройти, да? Только зря батарейки потратил. Привет, Филатов. Там убили всю убрали всю экономику и прокачку, чисто тактика. Ну, для посустых стримов это даже в плюс, чем в минус, если чё. Ну вот, ладно, посмотрим, посмотрим. Ух ты, ё-моё. Сканировал, блин. Блин, надеюсь, мне батареек хватит. Чё с лутом? Поломался. Красным фонарем посветить возле радио. На вышке будет что-то видно или нет? Да вряд ли. Ну, в любом случае, если не проверим, не узнаем, но... Неохота туда лезть, если честно. Господи, как же ты долго передвигаешься. Он похож на Кичика из Serious Sam'а. Ну, не особо-то и похож. Привет, Круэль. Пока больше душ интересует. Да, мне тоже интересно, куда это все дело приведет. Есть такое. А еще меня интересуют 15 пилюлек, которые у меня сверху. Я их больше не могу взять. Вот, зачем они нужны? И как их использовать? Так, вот там деталь. Получается, я еще могу деталик на разочек полутать, да? Там же по 30 вроде бы.
я же лутал все. Поднимаемся выше. Как тут? А, нормально все. Блин, батарейки садятся. Прям неприятно, капец. Ну тут опять будет медицина, которую я не знаю, куда девать. Нужно будет пошастать. Возможно, в бункере есть место, где эту медицину можно применить. Что не все осмотрел. Так, ладно, хватит знаки вопросов лутать. Блин, тут могут быть души с другой стороны. Если я просто забью и не буду лутать, я могу душу пропустить. Ну, частицы. Что делать? Лучше, может быть, пофиг на него. Но я не стану рисковать. Потому что если есть луч, то он, наверное, зачем-то тут есть, правильно? Это Лоренс Смит. Возможно, он ваншотит. Так, мне наверх. Так, частичек у нас две всего, да? Что это такое? Попахивает подставой какой-то. Заметил верстак у входа в бункер. Не помню. Ладно. Что это за хрень, блин? Выглядит очень странно. Блин, ну это опять-таки детальки. Точнее, эти, медицина. Медицина у меня уже слишком много. Ладно, давайте сверху. Там-то точно движок должен быть, правильно? Отдай мне еды, блин. Так, вот еще под разбор. Блин, я же с дороги видел то, что внутри дома еще одна такая штука была. Или это может быть та, которую разобрал? Так, надо в любом случае в бункер возвращаться. Я где-то еще эти не полутал. Частички. Вот только где хрен их сейчас найдешь? Тут ничего нет. Это бункер. Враги есть какие-нибудь? Конечно, есть. Блин, тут не отрисовывается локация, непонятно, блин, что там. Ну, вот это вот фиолетово-синего цвета, это то, где я уже полутался. Но получается, что все, с этой локацией может... Можно сказать, покончено, только нужно найти лучом, куда мне дальше идти. А, нет, я вспомнил, я еще на болоте не полутал одну эту синюю штуку, вот эту вот. Вот, но проблема в том, что все равно лут не полезет мне в инвентарь. Не влезет, места нет. Поэтому возвращаемся. Потому что тут есть какая-то лестница, чтобы вниз спуститься. И что вот это я за штуку сделал? Зачем я ее... Было больно, но я справился.
Так, ладно, поехали. Давайте вернемся в бункер. Возможно, подзарядим оружие. Кукуруза сломалась в кармане. Да-да-да. Именно это и произошло. Большой робот. Зачем мне большой робот? Мои цели другие. Не попадаться под больших роботов. Так, а, вот станок, где можно подзаряжаться, да? Прикольно. Угу, хорошо. Ну, в любом случае, идем в бункер, апгрейдим пушечку, смотрим, что там за следующий апгрейд. Вот, и наша задача еще найти, куда дальше идти. Нам нужно найти следующую локацию. Возможно, этим лучом нужно это сделать. И, возможно, прямо в бункере это нужно сделать. Так, 3 есть, 3 осталось. Получается, мне еще 9. 14. Может быть, мне нужно на предыдущую локу сходить. Ладно, давайте проапгрейдим пушку. Посмотрим, что дальше. Вот, и нужно разобраться с медициной. Зачем эти пилюльки нужны? Может быть, они, правда, сейчас юзлес в игре? Ну, типа альфа, все дела. Потому что с душами мы разобрались. Ну, с частичками. Вот и поиграли в игру. Она закончилась. Нам рассказали про луч. Про следующий грейд, который в альфе пока недоступен. Великолепно. Блин, а почему мне не сказали? Я что-то могу найти этим лучом или не могу? Иратус, да я думаю, мы сейчас в Иратус пойдем. Потому что так и не ясно, могу я найти что-то или не могу. Да. Тихо. Это было быстро, я должен сказать. Это было быстро. Вот и постолкали. Завтра выйдет, и узнаешь, завтра выйдет альфа-версия. Так что ни черта я не узнаю завтра. Или ты имеешь в виду, завтра выйдет, и я от кого-то узнаю, кто найдет применение. Ладно. Хотя, я так далеко дошел. Ну, сейчас пойду просвечу еще все лучом. Может быть, хоть что-то найду, интересно. Ну что-то игра прям супер короткая. Даже для альфа. Только я похвалил игру, то что прикольная. Наконец-таки альфа-версии стали хоть на что-то как бы годиться. Вот. Как, собственно, хрен тебе. ...125 компонентов. Ну, это типа еще раз. Нормально альфа не лагающая, не вылетающая, но это и есть такое, да, есть. Причем она реально супер, у меня 60 FPS стабильные. Ну, блин, ну а теперь мне интересно с порталом тут, блин. Твою мать. Собирали-собирали портал, чтобы нам сказали, хрен тебе.
а не портал. Иди гуляй. Опа. Опа. Добрый вечер. Опачки. Опачки. Видали, чат? Еще не все, еще играем. Просто без цели. Давай чит энжин в портал. Да я думаю, мы сейчас на этой локе найдем оставшиеся души. Частички, простите. The Ashes Pass. Опачки. Видали, новая локация. Так, хорошо. Вижу частичку. Но детали нам больше не нужны, только частички собираем. Кстати, вот тут уже 54 FPS. Тут, видать, проблемы с освещением. Ну, локация, видите, какая красивая, как красиво ее освещает. Блин, ну там что-то жесткое. Пока туда не пойду. Пока пойдем чисто. Нихера тут частичек. Просто охереть их. Такие типа, ну на этом этапе уже чувак по-любому игру пройдет, поэтому можно просто взять его, закидать этими частичками. Даже не думай, падла. О, а этот улетел, а чё ж предыдущие не улетали? В конце кажется, что это сам робот. Да. Делаю всю грязную работу. Смотрите, там какая-то защита есть сверху. А ну-ка, дайте посмотреть, что это такое. Видите, тут не все уже так просто. То есть я эту штуку вообще выключить не могу. Возможно, нужен этот. Следующий луч. Который я сейчас не могу прогрейдить. Ну, либо я... Это было больно. А! Лол, понял. Да ёб твою мать. Ага, все, сняли защиту. Теперь мы можем вовнутрь попасть. Но нам опять-таки эти детали не нужны, поэтому я не буду больше лутаться. Да, это было очень сложно, головоломка, чат. Как хорошо, что стример-профессионал. Это что сейчас было? Ну, по-моему, свет так не разделяется. Ну, ладно. В любом случае, красиво. ICQ стримера. Да, 400. Так, сколько у нас? 6. 7, 8. Нужно еще 5. Или сколько? 6. 14 же нужно, да, вроде бы. Так, ну отличная парковка по итогу. Столько всего полутал. Ёпта мать, это что такое? А, это аномалия очередная. Е-мое. Блин, охереть, у меня хп минус. Вот это она наваливает. А, я не то, я думал, я вырубил. Не то я вырубил. Да блин, вон он я. Я успел. Я успел, хорошо. Фу, жесть.
Так, вон там еще есть частичка. Здорово. Блин, что ты такое? Как тебя уничтожить? Так не работает. Так тоже не работает. Понял? Никак. Да зачем? Разбираю. Кстати, меньше деталей высыпалось. У меня было 11, а высыпалось совсем мало. Выходим в окно. Да ёпта твою мать. Да-да-да, вали отсюда. И друзьям своим расскажи, чтобы не совались сюда. Блюдок. Так, осталось чуть-чуть. Ну, мы, конечно же, к этой штуке огромной сходим. Посмотрим, что это такое. Зачем роботы на турели поставили выключатель? Они что, дурные? Но они типа этот. Ради геймплея. Поставили выключатель ради геймплея. Чего ты к ним пристал? Не поставили бы они выключатель, геймплея бы не было. Охренеть, если бы я туда зашел, я бы там и гуфнулся. Но надо было бы место повыше занять, чтобы осмотреться. Это было близко. Да ты задолбал, блин, 3 метра, блин. Нужно светить этим лучом. Вдруг я все-таки пропускаю какие-то интересные места. Опачки. Что, серьезно? Да. Лол. А разработчики точно не русские? Просто странно выглядит вот Форд или что это такое, и там, я не знаю. И газелька, да. Ладно. Тринадцать уже. Угу. Все. Мы собрали, поздравляю. А, или погодите, или все-таки 15 нужно. Что это за бункер? А это не бункер. О, давайте запасные на всякий случай соберу. Блин, а вот сейчас уже с FPS-ом беда, 48 всего. Есть палатка, частички нет. Блин, эта штука, она все это время летала. Походу, там нужен луч специально, чтобы на нее забраться. Так, ну я хочу еще одну частичку найти и потом туда пойти. Блин, она еще какой-то звук издает. Я не могу понять, она перемещается или нет? Ядрить, война миров. Привет, Кома. Она перемещается, реально. Ядрить. Чё-то я уже туда теперь не хочу идти. Вот это круто. Теперь понятно, почему такой FPS низкий. Страшно, капец. Охренеть. По-моему, она меня заметила. Так, а где бункер? А вон бункер.
Вот это эпично. Здрасте! Больно! Да сжри таблетки! Понял, на нее забраться нельзя, я проверил. Вон этот еще шагающий. Охренеть. О, здрасте. Я думал, типа, там можно как-то лучом посмотреть, типа, на нее забраться, все дела. Ага. Забраться, блин. Твою мать, ну и хренотень. Вон еще души. Не знаю, правда, зачем они мне? Да как я эту штуку уроню? Она меня... Она скорее меня уронит, чем я ее уроню. А, блин, мне реально макс души, я их лутаю. Ты молодец. Ладно, поехали тогда. Блин, это эпично на самом деле. Вот это круто. Вот такого в Альфе я точно не ожидал увидеть. Жесть. А еще сразу же не понял. Думаю, блин, она же вроде на другом месте была. Мы еще смотрели, она при свете луны прикольно так отражалась. Так, это я типа жрать хочу или нет? Не хочу. Фух, так, ну сейчас посмотрим, что по итогу мы активируем. Ну, я думаю, мы активируем надпись типа «Недоступна в альфа-версии», но спасибо, что вы нашли все эти души и принесли мне. На пол хп? Да даже больше, чем на пол хп. Блин, мне кажется, что я этим лучеметом, который вот этот, еще не все обнаружил. Потому что я в трейлере видел, там прям локация интересная была. Может быть, после портала она будет? Да, это было круто. Это было интересно. Кайф. Может, ей еще нужны души? Ну, работай. Ну, в смысле не работаешь? Да, это было очень интересно. Блин, ну не знаю, может, еще одна душа нужна? Это что за хрень? Да, секрет разгадали, можно расходиться. Реально, балдеж капец просто. Давайте еще попробуем найти. Правда, я уже две проедрил. Но что-то мне подсказывает, что здесь можно их больше найти. Прям здесь. Чё, как жахнет по мне. Так, это дом я... Здесь я был. Ребят, игра станет доступна завтра. В Steam есть название. В Steam она есть. Что за пылесос из Half-Life в руках? Это модульный фонарик. Попрошу. Пылесос. Спутать пылесос с модульным фонариком. Это же надо. Здорово, Барок. Здорово.
Модульный торч. Оружие за охотников за привидения. Кстати, тут какое-то, видите, все на каких-то иероглифах. Так что откуда у нас эта пушка, тоже не ясно. Ну, то есть эта пушка, скорее всего, была изобретена именно этими роботами для контроля над роботами. Но как, каким-то образом я ее смог достать? Еще 15, и направо и загорелось потом. Еще 15, и портал должен заработать по логике. Да, вот только направо нет этих штук, где они должны загореться, если что. Ну, в идеале бы сейчас еще 5 душ найти. Но так как я 2 просрал, я сомневаюсь, что я найду. Опачки, это что там такое? Это лондонцы, возьми наши души. Лондонцы, вы все еще здесь? Какого хрена? Вы должны были свалить давным-давно. Так, вот там он еще аномалии. Блин, эта локация больше, чем я предполагал. Это что, этот шагоход, что ли? А, да, это он! Так, он душа. И он еще одна. Во-во! Вот про это я и говорил. Это я в трейлере видел. Ядри, тут локация опасная. Блин, я застрял. Не, нормально. Блин, как эту хрень вырубить? Ты меня не видел, окей? Ладно, давайте я чуть-чуть пока душу тут пособираю. Может быть, эта хрень уйдет куда-то. Мне игра чем-то напоминает Distrust, ну, своим геймплеем. Хоть и там изометричный вид, но все равно чем-то напоминает. Не знаю даже чем. Они вообще разные игры, но что-то мне напоминает. Нужно хотя бы 5 еще собрать. Душно, то есть 2 еще собрать, чтобы было 5. Это было бы идеально. Слушайте, этот робот до сих пор за мной идет. Но он там застрял, он все, он не выйдет. Сейчас попробуем его вырубить. Слушай, робот, а ты не ведешься на вот такое говно? Похоже, ведется. Попробуем его вырубить. Давай ему глубоко насрать. Да, я только свет проядрил. Блин, эта штука сейчас ко мне прилетит. Мне нужно найти, как туда забраться. Ну алло! Блин, я башкой... Помните, я на заправке говорил, что я об что-то бьюсь и не понимаю, об что? Так вот, что это было. Нужно будет еще на заправку сходить. Если здесь просто вот такой вот лут будет, то он, в принципе, наверное, того не стоит. Ай! Когда фомби перестанет рофлить над лондонцами, я уже не буду онлайн. Так, это что за хрень?
Блин, тут еще щит оказывается. Как его вырубить? Блин, я что зря за... Ой, что-то тогда было больно. Блин, у меня батарейки вообще-то сейчас сядут. Так, эта штука летит ко мне. Где она, кстати, делась? Непонятно. Очередной сложнейший пазл разгадан, да, да. Как хорошо, что вы находитесь на стриме профессионала. Так, ну что, давайте смотреть, где можно еще душ полутать. Пожалуй, в этот раз я не буду спрыгивать. С КП уже беда. Я тут ходить нормально не могу. Так, а эта лестница куда привезет? Приведет вот сюда. Блин, а как я тут должен пролезть? Нормально? Нормально? Нормально. Так, еще аптечки, это хорошо. Ну, это, короче, все было ради деталек. То есть, это означает, что по ходу прохождения будут эти детали добывать все сложнее и сложнее. Ну, такое. То есть, понятное дело, то, что на данный момент это типа... А, вот оно где! Я думаю, что это за звук? Да насрать, я и так справлюсь. Будет больно. Блин. Я уже ухожу. Блин, иди-ка ты нахер. Блин, мне теперь, конечно, охота... Ой-ой-ой-ой. Мне теперь охота вернуться на заправку и узнать, что же я там пропустил. Но проблема в том, что я не найду то место, я не помню, где оно было. Так, сверху еще детальки. Сейчас, погоди, я тебя выключу. Понял. Здорово, Бармахи. Да ничего, в принципе. Хочу сверху отсюда осмотреть всю территорию. А, блин, не смотрю. Блин, я не хочу энергию тратить. Не, нафиг тогда. Ой, здрасте. Чувак, давай ты отстанешь. Иди своей дорогой, сталкер. Блин, не пройти. Че по сюжету? Ну, пока ничего. Это альфа. Иди погуляй, блин. Блин, сейчас чувствую, я дороплюсь. Ты на какой хер я сюда пошел? Ладно, надо идти подзарядиться, потому что реально я не могу ни черта с этими тварями сделать. Пошел, я подзаряжусь. Летит уже, да?
Блин, ну мне явно душ не хватает. Опа. Лола, эти мины не отображаются под лучом. Забавно. Тихо. Больно. Да блин, отцепись от меня, падла. А птичек нет. Блин, бункер уже близко. Жить, надо жить. Так, ну все, я жив, да? Это было изи. Конечно же, бутылка, очень нужный лут. Да ёб твою мать! Ладно, все, пойду закину эти души. Нет, так нет. Блин, ну подстава с душами, ну хоть бы что-то написали даже. Тот же самый текст, типа, в альфе недоступно и так далее. Просто чтобы знать, я все сделал или не все сделал. Ну, либо это специально загадка такая. Может, эти штуки еще как-то активировать нужно. Еще кроме душ что-то нужно, может быть. Но тут видите, у него канистра на боку, и я постоянно какой-то бензин лутал, но он в игре вообще никак не используется. Может быть, реально. Вот от этой штуки идет только вот в эту сторону. Провода идут вот сюда. Они все идут сюда. Смотрел видео про устройство туалета на МКС. Похоже на эту штуку, только они не души туда сливают. Да я не знаю, ребят, наверное, это все. Ну, как бы, конечно, есть задел на что-то тайное. Типа мы слышали передачу сообщения с каким-то кодом по радио. Вот. У нас есть вот такой вот прибор, который никак не заводится. То есть, возможно, все-таки реально нужно что-то сделать для того, чтобы его завести. Черт его знает. Ну ладно, давайте напоследок на заправку сбегаем. Ну, скорее всего, да. То есть это все. Тут еще есть дверь какая-то непонятная тоже. Вот, просто запертая дверь. Ну тут на самом деле таких дверей полно. Просто да, это единственная дверь, для которой такой длинный коридор. Да, я пробовал туда посветить. Блин, ну прикольная игра, но короткая. Им нужно хотя бы было бы ее сделать, я не знаю, на часика 3-4, блин. А то что мы ее за сколько прошли? Меньше чем за 2 часа, я тут просто бегаю повторно туда-сюда. Так, где-то, по-моему, здесь. Или заправка была на первой локации?
Блин, не помню. По-моему, где-то здесь. Или нет? Нет, все-таки заправка, наверное, была на первой локации. Тут вряд ли я что-то найду этим. Эта штука, которую просветить нужно. Ладно, вернемся на первую локацию. Знаешь, что нужно сделать? Удалить игру и подождать годика два, пока не доделают ее. Ну, блин. А, вон, видите, я же говорил, что я там что-то пропустил. Пропустил таки. Это нормально, я застрял, все. Ну, давай. Так, я жив. Я жив. Ладно, сходим еще на первую. Первое, благо, супер маленькая локация. Чувак, ну давай не будем. Ну, я должен сказать, что игра все-таки реально довольно эффектная. Выглядит очень красиво. Подождем. Ну, теперь вот это вот вечная проблема, блин. Следить за апдейтами. Знаете, вот эти вот ранний доступ, это уже как какой-то аналог фан-сервисов. То есть ты реально следишь за апдейтами, и чтобы хоть какой-то контент добавить, и ты мог себя развлечь. Только одно отличие. В фан-сервисах эти апдейты проходят регулярно. Ну, то есть там раз в 2-3 месяца, и они очень крупные. А здесь, как бы, если будет какой-то апдейт, он там на пару часиков максимум просто. Так. Где? Вот сюда. Мне вот всегда хочется зайти поиграть в Астронир, потому что это реально очень крутая игра, она мне в свое время очень сильно зашла. Но я понимаю, что там апдейтов, ну они реально отстойные, там вообще почти ничего не сделали. Но все равно хочется зайти поиграть. Так, ну, на самом деле не прямо. Я вот сюда, по-моему. В смысле, не сделали, ну, в прямом. Поменяли систему исследований. Великолепный грейд. Atomic Heart будешь предзаказывать? А когда он выйдет, кстати? Ну, игра выглядит солидно, солидно. Так, вот она. Не факт, кстати, что это так. Может быть, я просто за какую-то, блин, хрень зацепился. Походу, я все-таки за какую-то хрень зацепился. Да ну ладно. Но я верил в тебя, игра. А я просто за невидимую текстуру зацепился. Скорее бы Subnautica 2. Да, Subnautica 2, интересно. Вот здесь, да, где-то я зацепился? Во. Понятно. Просто невидимая текстура. Да ну ё-моё. Ладно, получается, это все. С этой игрой можно заканчивать. Вот, ладно. Всем, кто смотрел в записи, всем, ребят, спасибо огромное. Всем пока.